На кадрах успешный тест-драйв элементов теплого скейт-парка. До открытия долгожданного объекта остаются считанные дни. Уже 25 января скатерть, а именно так назвали площадку, будет готова принять посетителей. Установка конструкции уверенно движется к финишу. Разгонные горки, трамплин, перила, мягкая яма – большая часть парка уже готова. Изготовление и сборку площадки поручили бригаде из Екатеринбурга. Специалисты отмечают, что парк очень грамотно спроектирован в плане разделения на зоны. Получается, тут три сектора. Один сектор для уличного катания, это стрит-зона называется. Сектор для безопасного обучения трюков. И третий сектор, это уже для закрепления трюков без падений, так сказать. Вот это вот вы хотите сказать, это безопасно, да? Безопасно, да. Ну, там получается батут, натянутый на батут, положены кубики. Если вы неправильно как-то приземлите или как-то вас сместит в полете, то вы безопасно приземлитесь. Кстати, мягкая яма может превращаться в сцену. По необходимости она будет закрываться специальными настилами, на которых можно будет исполнять брейк-данс. Работы идут, еще не все. Еще есть моменты, которые ребята будут доделывать, но это еще не готовый парк, то есть еще несколько элементов будут собирать. Облик действительно изменился, захватывает дух от некоторых фигур. Пристальным взглядом все элементы осматривает один из главных оценщиков парка – Лев из числа новоуренгойских скейтеров и инициаторов создания нового пространства. Есть какой-то элемент, к которому у тебя есть вопросы на площадке? Вопросы были, но меня успокоили, сказали, что это все в стадии ремонта, все это пока что делают, и все исправят, все подтянут, и с парком все будет, ну, отлично. Дарья Варшавская, Антон Берестянский, информационное агентство «Импульс Севера».